Даже погода не отпугнула активистов творческих объединений молодежного центра. Ребята собрались в дружной компании, распределили между собой букеты цветов и отправились дарить мамам Сарова хорошее настроение. Сегодня Международный день семьи. Да. И мы в этот праздник решили провести акцию «Цветы Сарова мамам». И этот цветок для вас. Спасибо большое. Участники акции отправились в Центр женского здоровья первой поликлиники. Там они поздравили с Международным днем семьи будущих мам и тех, кто совсем недавно услышал от врача долгожданное «У вас будет малыш». Не остались без внимания сотрудники поликлиники и пациентки других отделений. Это мероприятие очень возможно в будущем затронет и меня, поэтому я очень была рада посмотреть на реакцию будущих мам или уже теперешних мам. И я очень надеюсь, что мы подарили им очень радостное солнечное настроение и развеяли тучи над их головами. Небольшие, но милые и приятные каждой женщине сюрпризы от организаторов акции смогли отвлечь саровчанок от бытовых проблем и подарить хорошее настроение на весь день. За считанные минуты коридоры поликлиники наполнились улыбками. Участники акции «Цветы Сарову мамам» уверены, что дарить добро так же приятно, как и получать. Мне захотелось принять участие в этой акции, потому что я хотела посмотреть, во-первых, на реакцию людей и сделать хорошие дела. Акция «Цветы Сарову мамам» ежегодная и является одним из направлений работы с молодыми семьями. По традиции саровчанки получают букет живых цветов из рук воспитанников молодежного центра в Международный день семьи. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.